к заветам вождей не были внимательны, и учиться всерьез не было причин. Новогодний мотив лился из динамиков на снующих вокруг женщин и мужчин. Каток обернулась она, и не в силах он глаз отвести. Потом вереница кафе, кинозалов, музеев, гостиниц, поток междометий, связующих право на общую жизнь. Спешим мы, ведомые волею чьей, куда-то все время спешим. День, 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 год, 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 жизнь, куда ты катишься? И в терновых кустах проверяешь нас, чуть дотянемся мы до тепла и праздников, как на оттепель чувств ляжет снежный нас каток. Череда поколений, смеясь, в неизвестность летит потом. Посиделки за чаем заменит общение в сети поток. Информации хлынет на нас, не способных вместить ее. Мы ведомые волей чьей, на дудочку чью-то идем. Из двухстволки метро городом подстреленный я живу, но моя рана велика. Я вандалам простил памятники Ленина, но простить не могу гибели катка, каток. Обернулась она, и не в силах я глаз отвести. Потом вереница кафе, кинозалов, музеев, гостиниц, поток междометий, связующих право на общую жизнь. Спешим мы, ведомые волею чьей-то, куда-то все время спешим. Увы, мы, ведомые волею чьей-то, куда-то все время спешим. Мы, ведомые волею чьей-то, куда-то все время спешим. Добрый вечер. Когда рассвет за окнами встает, когда луна и солнце пополам, неважно, кто кого перепоет, а нужно, чтоб мелодия была. Важно, кто кого перепоет. Все жду, еще смотрю, а что ж я сам? Гитара засыпает на груди, редеют гладкоствольные леса, а песен кучерявых пруд пруди. Редею гладкоствольные леса, на дне зерна тихие ключи. Их не увидишь, сколько не смотри. Неважно, кто кого перекричит, важней понять, откуда взялся крик. Неважно, кто кого перекричит. Опять придет шуршание стрекоз, и утоление нежности в ручьях, и солнце отвечает на вопрос, и терпеливо дремлет на плечах, и солнце отвечает на вопрос.
Добрый вечер, дорогие мои. Рад всегда видеть в первых рядах и Толю, и Настю, и Коля, и Саша, все здесь, и Сергей. Во, все пять поклонников здесь. Можно начинать. Я начал с песни Юрия Устинова. У меня сегодня винегрет будет, поэтому у меня будет чехарда, я буду прыгать с одной темы на другую. Начал с Юрия Устинова, потому что, несмотря на то, что вот эта песня 78 года датирована, я, конечно, все творчество Юрия Устинова пропустил за время своего затишья. И открылся он уже для меня как бы после 2010 года. И самым естественным образом, я так думаю, что человек, для которого Владимир Ландсберг является неким таким кумиром одним из кумиров классической авторской песни, Юрий Устинов не может оставить равнодушным, естественно. О, и Лена у нас здесь появилась. Все здорово, все в сборе. И я хочу следующую песню еще одну спеть Юрия Устинова, а я ее так же, как вот и предыдущую песню в самом начале встретил, достаточно быстро разучил. Не всегда какие-то песни, которые нравятся, становятся твоими собственными и быстро как-то в тебя входят. А вот эти две песни, они как-то в меня вошли. Но для меня было откровением в 16-м, по-моему, году, когда я был в Уфе на очень интересном фестивале уфимском. Я там познакомился близко с таким хорошим автором и исполнителем из Самары Владимиром Петровым. Он в составе трио выступает в Самарском. Он большой любитель и поклонник Юрия Устинова и хорошо с ним знаком. И вот интересно, как он эту песню прокомментировал. Я-то думал, мы всегда как бы песню примеряем на себя, думаем о чем-то своем. А оказывается, история этой песни такая, что вот Юрий Устинов в автобусе встретился со своим каким-то одноклассником, обрадовались, о, сколько лет не виделись, еще что-то такое начали говорить и поняли, что... А говорить-то, в принципе, по прошествию многих-многих лет после школы, и, в принципе-то, особо не о чем. И вот, вот эта песня, оказывается, написана под влиянием такой встречи. Ну, вот это со слов Володи Петрова, самарского автора-исполнителя. По берегу пошли, не рыдали, не страдали, все ненужное отдали, ничего не унесли. Ты поправил на плече лямку солнечного света, было будущее лето в этом гаснущем луче. Нам его не удержать, видно, незачем и нечем. Говорят, еще не вечер, мы не станем возражать. Только б горечь не пролить, только б горечь не пролить в мир, который послезавтра в час волшебного азарта вдруг научится любить. Жили-были ты да я, бились душами босыми с бронированной пустыней и погибли в тех боях. Мы по берегу пошли, не рыдали, не страдали, все ненужное отдали. Интересно, как песни, когда ты поешь не для себя, а в концерте, в том числе в онлайновом, вдруг какие-то сбивки возникают. Как-то вот вышел не совсем правильно на эту песню, и что-то, хотя она у меня напетая вполне
стал сбиваться, потому что мысли запрыгали вокруг, наверное, предыдущего анонса этой песни. Ну да ладно. О, как интересно. Олег Марченко транслирует. Здорово. Спасибо. Следующая песня, песня Сергея Приползина. И вот у меня будут чередоваться песни, которые я как бы сразу открыл у авторов, а какие очень многие песни в моем репертуаре появляются за счет исполнителей, а не за счет авторов. Вот, в частности, в одном из первых концертов, там, где у меня цикл про ангелов был, песня Кукулевича «Ангел», она ко мне пришла совершенно... Вот я ее слышал много раз от автора, и как-то вот она так немножко меня не задевала. А потом услышал «У костра» от человека, который, ну, скажем так, не является там таким сценическим суперисполнителем, но он так душевно ее исполнил, так она меня прохватила, что сразу стала моей. Вот так же и вот с этой песни Сережи Приползина, великолепного автора из города Нижний Новгород. И вот в заставке была песня «Каток» тоже Сергея Приползина, которая мне очень нравится, но почему-то я ее себе еще не присвоил. Вот так бывает, что песня лежит годами, и у меня вот, например, сегодня будет несколько таких циклов, которые вот лежали песни, а потом вдруг раз я их запел почему-то, когда наступил определенный момент. А вот эту песню, на самом деле, я не очень много тогда еще Сергея слышал, исполнение его песен, но вот эта песня сразу в меня зашла полностью за счет того, что я ее услышал в исполнении Тани Клестовой, очень интересный исполнитель из города Кирова-Вятка. Вот. И она же мне тогда подарила Ландсберга песню, одну из последних, которую я не слышал. Бывают какие-то вот интонации услышишь. Естественно, я пою эту песню уже по-своему, но какая-то интонация, какие-то откровения, которые... Вот я услышал в ее исполнении, в таком не сценическом, не концертном, она просто мне спела несколько песен, я ее попросил, хотел записать видео. Вот. И в частности, вот эта песня, которая в меня вот сразу так вошла прочно, не очень часто почему-то удается ее петь, но я ее очень люблю. Итак, Сергей Приползин, город Нижний Новгород. Солнечный зайчик ладони моей дарит мне. Солнечный зайчик ладони твоей дарит мне лето, как паучка невесомого. И ничего не узнаешь об этом, и ничего не узнаешь об этом из словаря бестолкового. От рук случайных тепла я не чувствую, что-то об этом писал Заратустра. Бог с ним, ведут жизни улочки узкие, лишь к тебе должок есть за тобой должок. Песня одна неспетая, письма твои поджег. Плохо горят безветрия. В этом краю рыбаков и камней, в городе Таллин, будто по-зимнему холодно. Многоэтажный отель на окраине, многоэтажный отель на окраине, кажется выдумкой Воланда. В том же гостиничном номере в среду старого Таллина подал к обеду старый портье и заметил растерянно: нет вестей. Должок есть за тобой должок, день для меня отложенный, а во дворе снежок путают дети с мороженым. Должок есть за тобой должок, ты моя песня неспетая,
Боль я свою поджег, плохо горит безветрия. Такой Сережа Приползин, такой должок великолепный, на мой взгляд. Очень люблю эту песню. Какая-то она светлая, несмотря на то, что там и письма сжигаются, и боль сжигается, но не горят, потому что безветрие. Вот, а следующий автор... Дело в том, что есть действительно авторы такие великолепные, которых песен много слышишь, и очень тяжело сделать ее своей за счет харизмы какой-то автора, за счет исполнительской харизмы, за счет... человеческой харизмы. Вот так же у меня было с Сергеем Трухановым. Я сразу в 2010 году, когда появился, обратил внимание на многие песни, его много переслушивал, его песен, но как-то не понимал, как можно их спеть так, что это будут, ну, будут мои собственные песни, а не... перепевка Труханова. Это так же, как вот Высоцкого, например. Люди пытаются там как-то рычать, чего-то хрипеть, повторяя Высоцкого. Но это Высоцкого повторить невозможно, а своего при этом мало что добавляется. Очень немногим удается уйти от Высоцкого в свое какое-то исполнение. И также у меня с Трухановым было. Тоже очень длинный такой список песен лежал, которые хотелось исполнить, и как-то все не получалось. И, к сожалению, трагические события, связанные с Сергеем, то, что он так рано из-за болезни ушел из этой жизни, появилось очень много концертов в памяти Сергея, очень много песен его перепевали. И я, наконец-то, вот за счет, опять же, исполнителей, и у каждого свои интонации, немножко сумел отстраниться от той харизмы трухановской, которая присутствует в его исполнении и в его песнях, и очень часто даже доминирует над самими песнями. Я неоднократно в своих каких-то там, громко говоря, мастер-классах всегда говорю, что есть удивительное свойство у песен. Это какая-то исполнительская харизма, человеческая интонация, тембр голоса, специфика вокальная, специфика чисто интонационная человека, которая завораживает. И я знаю, вот у меня есть определенный набор авторов, которых я могу слушать. Вот мне без разницы, что они поют, я просто улетаю вот от... голоса, от манеры. И вот у Труханова, мне кажется, тоже такая же гипнотизирующая такая составляющая присутствует. Вот несколько песен. На самом деле список достаточно длинный песен, которые хотелось бы. Но вот эти три песни я стал петь. Я не очень знаком с творчеством Евгения Лесина, но специалисты говорят, что странно, как вот Сергей сумел такое чистое стихотворение найти у этого поэта, у которого много стихов таких, как даже один человек сказал, там, типа похабщины или еще что-то. Ну, я не проверял, мне просто нравится эта песня. Частых встреч и долгих разлук по причине любой. Любовь уходит, как жизнь из рук, и просто так уходит любовь. Любовь уходит водой в песок, как солнце падает вновь и вновь. От лишних слов и несказанных впрок, и просто так уходит любовь. От лишних слов и не сказаны впрок, и просто так
приходит любовь. Когда бережешь и когда не ждешь, когда не нужна, как зубная боль, любовь уходит, как летний дождь, и просто так уходит любовь. Любовь уходит, как летний дождь, и просто так уходит любовь. Вот такая вот грустная песня, но стихотворение и песня называются «Древнешумерские». И музыкальная канва у Сергея Труханова сделана действительно в таком восточном стиле. Но я ее это стихотворение, я не нашел там ничего особо древнешумерского, для себя, по крайней мере. И воспринимаю ее полностью как такую современную лирическую балладу. Ну, наверное, имею какое-то право. Вот, а следующая песня на стихи Марины Мурсаловой. Я тоже очень ее люблю, наверное, потому что она в чем-то перекликается с тем, что и со мной происходило, и происходит. На любой случайной пьянке в каждом скверном городке, на далеком полустанке, на неведомой реке, есть всегда один, который меньше многих пьет вина. Встанет он, зайдет за штору и застынет у окна. Если постоять немножко, эта тьма уже не тьма. Серебристая дорожка, деревенские дома. Терпеливо, терпеливо человек глядит во тьму. День вчерашний, миг счастливый, боль вспоминать ему. А зачем он вспоминает, если больно вспоминать? Этого никто не знает, кто же может это знать? А зачем он вспоминает, если больно вспоминать? Этого никто не знает, кто же может это знать? На любой случайной пьянке в каждом скверном городке, на далеком полустанке, на неведомой реке, есть всегда один, который меньше многих пьет вина. Встанет он, подвинет штору и застынет у окна. Я думаю, очень знакомая ситуация для многих. О, и Сережа Синельников появился, и Инна пришла. Добрый вечер, ребята. Вот, и еще одна песня Сергея Труханова, которая мне она очень нравилась, но как-то я ее такой немножко, скажем, она не первая у меня была в списке, которую хотела спеть, но когда я ее услышал в таком очаровательном исполнении Полины Матькуновой, это дочка известного барда из Гомеля, Матькунова Виктор, а сейчас она в Москве живет. Мне так что-то цепануло эта песня, я
когда я ее тут недавно переслушивал, как Полина ее исполняет, я понял, что я ее немножко, естественно, по-другому пою уже. Вот. Но, тем не менее, вот с ее подачи, опять же, эта песня у меня какое-то первое место, наверное, заняла среди песен Сергея Труханова. Вот. А песня написана на стихи Михаила Кукина, не Юрия Кукина, нашего известного классика бардовского, а Михаила Кукина, поэта московского. У них так же, как под Ростовом была зазерная школа в Танаисе, где был, были там и Жуков, и Калашников, и много других великолепных поэтов. Вот. Также в одном из московских районов Коньково собирались тоже поэты, ну и как положено поэтам, с греческих времен пили вино, обменивались своими творениями, ну и спорили, естественно. Соловей в ночи рассыпает трели, то журчит, то вдруг на свист переходит. Вот он месяц май, вот она отрада жизни коньковской. Вот он месяц май, вот она отрада жизни коньковской. Лесопарк в окне полосою темной, и огни вдали, а у нас под лампой, как над полем боя, вьется дым табачный, как над полем боя, над скромным пиром вьется дым табачный. Захмелел Костян, да и я не хуже, о стихах, как прежде, ведем беседу, то теряя нить, то вступая в жаркий спор многолетний, то теряя нить, то вступая в жаркий спор многолетний. Соловей в ночи рассыпает трели, то журчит, то вдруг на свист переходит. Вот он месяц май, вот она отрада жизни коньковской. Вот он месяц май, вот она отрада жизни коньковской. О, Татьяна, спасибо за цветочки. Да, Настя, чудесная песня. Но мая пока еще не хочется. Только зима же пришла, только снег выпал, только чуть-чуть приморозило. Я себя поймал тут недавно на крамольной старческой мысли. Выходишь утром,
ну, 14, ну, 15 градусов, щеки начинают немножко прихватывать, тебе уже становится холодно и неуютно. Я думаю, ёкалы-мене, ну, как же нас погода вообще за последние года испортила. Ну, минус 10, минус 15, это же вообще кайфовая зимняя погода, теплая, хорошая, а мы уже ежиться начинаем. Не здорово. Давайте ловить снег, пока он есть, давайте наслаждаться тем, что есть сейчас, а май он обязательно, конечно, наступит. Вот. А следующие две песни, которые у меня тоже очень долго-долго лежали, и которые на самом деле пришли ко мне не через исполнителей, а через автора. Я очень люблю этого автора слушать, действительно, какая-то манера. Да вообще, вот, по-моему, почти все, кто прошел тогда через этот экспериментальный цикл «Пригитесь» Юрия Лороса, театральный, по-моему, двухлетний этот курс был, по-моему, все исполнители и все авторы просто великолепные в таком не костровом даже, а сценическом варианте. Вот. Это Михаил Коноплев. Михаил Коноплев. Вот. Первая песня, с которой я хочу начать, я ее как-то спел среди знатоков, любителей поэзии, высокой, серьезной знатоков. И они так посмотрели на меня, и что, ну, что эта песня? Это вот из-за этой строчки, я думаю, что да, вот из-за этой строчки... Из-за двух, наверное, строчек. Остальные можно спорить, насколько они там глубоки, насколько это поэзия, не поэзия. Но песня, по-моему, отличная. Я очень люблю, как и многие другие романсового пошиба песни с лирическим таким содержанием. Творяя страны, перелистывая дни, смучит мятежный странник сквозь холодные огни. Перелетная душа наразлучится зимой, а потом пути домой. Прикоснется, чуть дыша, если ты хранишь в ночи встречный маячок свечи. Если ты хранишь в ночи встречный маячок свечи, по бездомным весям, по бездомным городам, ничего не весят